Итак, вот наша модель. Вот такую шикарную укладку, это локоны в пластичной растяжке, мы сегодня будем с вами делать. Первое, что мы делаем, конечно же, классические разделения. Отделяем височную зону, шляпную и затылочную. После этого делаем начес на нижней затылочной прядке и добавляем трессы. Начинаем крутить. Крутить можно как на 38 мм, так и на 32 мм. Самое главное, когда вы крутите, нужно крутить от лица, без объема. И только прядь, которая четко посередине, она крутится как раз-таки на объем. Здесь у меня у модели не очень-то густые волосы, поэтому я добавляю, конечно же, трессы. Трессов буду добавлять немного, всего лишь 3 пряди. Это будет достаточно, чтобы сделать такой очень хороший объем. Кручу на лак. Лак использую жидкий. Можно любой фирмы, в общем-то, использовать, но в данном случае я использую лак Цека. Прядей на затылке, как я уже сказала, будет только 3. Каждая прядь делится 2 сантиметра в толщине и 3 сантиметра в длину, не больше. Это, кстати, наша новая прекрасная студия. Мы переехали, и сейчас у нас студия стала еще шикарнее, чем раньше. И вот сейчас как раз и я накручиваю. Смотрите, плоечку держу под 45 градусов. Кончик волос я держу в руке. Очень важно, чтобы прядь заходила очень плавно в плойку и нигде не перекручивалась. Это накрутка именно без перекрута. По-другому она называется еще ленточная накрутка. Височные зоны мы тоже крутим от лица. Тут можно добавить буквально одну прядь, тресс я имею в виду. Больше добавлять. Смотрите, прогреваем прядь мы не более 15-20 секунд. И самое сложное, это, конечно же, шляпная зона. Шляпную зону мы делим с вами методом паркета. Вообще считается самым, ну скажем так, верхом, это уметь крутить шляпную зону. Если хотите более подробные уроки, это для тех, кто не умеет, то записывайтесь либо на тест-драйв бесплатный моей онлайн-школы, либо приобретайте доступ на месяц, либо на год, там более 100 видеоуроков, в которых я наиподробнейшее по 2, по 3 часа рассказываю, как делать тот или иной элемент. Ну и челка. Челку мы всегда крутим от лица, разделяя на 4 зоны. Переходим к рассаливанию. Здесь мы будем растягивать на пудру. То есть я беру прядь, немножечко пудры, в данном случае это пудра Осис от Schwarzkopf, и растягиваю как бы петельку вот такую вот делаю. После этого брызгаю немножко лаком, и мы можем чуть-чуть поддуть феном. Вот в этой технике без фена сложно обойтись. Здесь можно использовать либо капрон, одевая на фен, либо же можно использовать специальные такие сетки для стирки белья, они еще называются, но вот нам больше подходит капрон. Диффузор не подходит. Либо, кстати, можно использовать вообще какой-нибудь самый-самый-самый простой дешевый фен. И вот смотрите, вот она эта прядь, пудра, достаточно много пудры. Я вхлапываю и потом подтягиваю эту прядочку. Опять немножко лака и задуваю. Ну и, конечно, самое сложное – это у лица. Смотрите, когда я раскладываю прядки у лица, я тяну их на лицо, чтобы пластинки получились максимально на лицо вытянутые. И здесь я работаю практически только жидким лаком. Ну, если вы не умеете работать жидким лаком, советую научиться, потому что, конечно, аэрозоль – это очень губительно для вашего здоровья, и лично я уже 4 года вообще практически не работаю аэрозолем, только иногда. Ну и челка, последний очень важный элемент, также пудра, немножечко лака и растягиваю. Важно, чтобы длина вот этой прядки, она соответствовала самой челке, да, то есть максимум на челку мы отделяем 4 сантиметра, не больше. Когда челка отделяется прям сантиметра 5-6, чаще всего она перетягивает весь объем и забирает на себя акцент. Я такие челки не люблю делать. Вот эти локоны, хоть они и очень растянуты, очень пышные, тем не менее, они смотрятся достаточно естественно, потому что здесь мы не добавляли много трессов. Трессов мало, и поэтому все это в целом смотрится
по ощущениям, будто бы это ее волосы. Но напоминаю, если вам хочется большего объема, добавляйте еще трессов. Та-дам! Наша красавица готова. Кстати, это запись с урока в моей шикарной новой студии для студентов курса «Супер интенсив свадебный стилист». Эти студенты к нам приехали учиться на месяц, на полгруппы, и вторые суперинтенсив — это 5 дней обучения. 5 дней обучения вы умеете делать самые шикарные прически и макияж. На самом деле работа свадебного стилиста, знаете, это одна из самых счастливых профессий в жизни и в мире. Люблю вас!